Всем привет! Сегодня мы рассмотрим вот эти две новые штучки передвигайки в Трактор Про. Обычно на первой позиции стоит Hot Q белого типа, что означает сетка, и вот здесь ее можно двигать влево-вправо, либо в позиции самой точки, либо в любом другом месте трека. Теперь же можно делать все то же самое, прямо не выходя из вкладки Q. Если вы кликаете на Hot Q белого типа, то вы можете его перемещать также либо в самой позиции, либо в любом другом месте трека, но предварительно на нее нажав, чтобы редактировалась именно она, эта точка. Теперь можно перемещать также Hot Q любого другого типа. Например, вот эта вторая Hot Q у нас стоит ровно по ритму, почти ровно, но я хочу переместить ее в начало сэмпла, тем более, что перед ним тишина. Вот так. При этом синхронизация у нас не сбивается. То же самое. Третья, четвертая. Четвертая меня устраивает, где стоит. Пятая. В поле комментария обычно написано NN, что означает нет данных. Но комментарий к горячей точке можно переписать. И я пишу обычно, насколько я отклоняюсь от квадрата. То есть будет это 0 или минус 1 или минус 4. Таким образом, заранее я могу заглянуть в список и понять, в какой именно момент можно нажать на Hot Q и попасть ровно в квадрат. Теперь помимо 8 Hot Q можно добавить 9, 10 и так далее. Раньше можно было делать все то же самое с Hot Q типа сетки, но теперь это можно делать с любыми типами Hot Q и перемещаться по ним. При этом перемещение в произвольном порядке возможно только из списка. То есть можно из 11 перепрыгнуть на 10, на 9 и так далее. Но перемещение стрелочками, оно работает только до начала текущего Hot Q. Обратите внимание, что у меня стоит оранжевый тип Hot Q, то есть Fade Out. Обычно на контроллере мне не нужна здесь кнопочка, потому что это просто маркер. И меня вполне устраивает, что он находится за пределами 8 Hot Q.